День Победы – праздник со слезами на глазах. Традиционно в преддверии 9 мая на площади возле Дворца культуры «Родина» концертная программа. Слова благодарности и низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной со сцены адресовал участник спецоперации. Ветераны, поздравляем! Этот праздник всей страны – праздник ваш! 9 мая – наша гордость. Это вы! На сцене творческие коллективы Дворца культуры «Родина», участники от мала до велика. От маленьких деток с 6 лет, которым мы прививаем память и уважение к этому великому серьезному празднику. Ну и, конечно, до наших уже профессиональных коллективов. Это хоры русской песни, которые хранят традиции нашей страны в своих песнях и в своем творчестве. Каждый год такое театрализованное представление открывает череду памятных и праздничных мероприятий во Дворце культуры «Родина». Насладиться творческими номерами всегда приходит немало жителей и гостей городского округа Химки. Все ребята принимают участие по зову души, по зову сердца в любую погоду. Хоть дождь, был даже снег однажды, все равно ребята принимали участие, танцевали. К театрализованному представлению «Одна на всех. Великая победа». Творческие коллективы готовятся основательно. В каждое выступление участники вкладывают частичку себя. Номера не похожи друг на друга, и все пробирают до глубины души, признаются зрители. Химчан подготовили насыщенную праздничную программу. Концерты, посвященные Дню Победы, запланированы во всех парках городского округа. Анастасия Кравцовская, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.